Всем привет, котятки! Коротенькое видео. Я вам обещала, я обещание выполняю. Сегодня мы готовим с вами оливье с калорийностью 48 килокалорий на 100 грамм. Такое оливье, на котором еще и похудеть можно. Давайте сразу с вами по продуктам пробежимся. И вот это вот ко-ко-ко, что это не оливье, если там нет раковых шеек, это не оливье, если там нет еще чего-то, это не оливье. Угомонитесь, вот серьезно, наша цель сделать вкусно и низкокалорийно. Поэтому на компромиссы идти нам в любом случае придется. Давайте так, по мясу. Я взяла индейку, и у меня здесь 250 грамм уже вареной индейки. Я знаю, что это маловато, но у меня так получилось. Я взяла кусок больше, он сильно прям уварился. Калорийность индейки 84 килокалории, кто не знает. Я взяла вареную морковь, у меня ее 150 грамм, калорийность 25 килокалорий. 4 яйца, но из яиц мы будем брать только белок. Желток, вы не думайте, мы с вами не варвары, мы его аккуратненько извлечем, сложим на отдельную вот тарелочку, и кому необходимо, те себе присыпят, скажем так, да, те члены вашей семьи, кто не могут есть без желтка. Желток адски калорийный, адски. А так, в одном яйце, в одном белке 30 грамм и где-то 15 килокалорий. Я взяла зеленый лук, потому что я его просто люблю, у него калорийность, по-моему, 19 килокалорий, у меня его здесь 15 грамм, ну вот, как взяла, так взяла. Огурцы соленые, здесь у меня их 330 грамм, уже я с них отрезала попки, то есть это вот ровно тот объем, который у меня пойдет в салат. Огурцов я люблю много, чтобы было, потому что это вкусно, сочно и дает вообще... ну вот эту солонинку, я не знаю, можно так говорить или нет, не солонин, который я, а солонинку в смысле вкуса. 100 грамм огурцов, 18 килокалорий. Горошек. У меня, ну я старалась бренды максимально убрать, но если кому-то важно, у меня это был Бондюэль. И когда воду сливаете, все убираете, остается 274 грамма горошка, вот уже сухого, то, что пойдет в салат. И калорийность у него 52 килокалории. Картошка. С картошкой будем хитрить. Что-то она у вас такая желтая, прям на камере получилась. Я не знаю почему. Это молодая картошка. Если мы хотим снизить калорийность оливье, то нам придется поискать молодую картошку. У меня была молодая, я ее купила в ленте. Но я не знаю, когда вы это видео увидите. Я брала по 46 рублей килограмм. Это молодая картошка, тонюсенькая кожура. И у нее калорийность... по-моему, 34 или около 40 килокалорий на 100 грамм. При том, как у зрелой картошки, которая окрахмаленная, у нее около 90 килокалорий. То есть, понимаете, разница в 3 раза. То есть, мы калорийность яиц с вами во сколько уменьшили и, собственно, калорийность картошки. Я ее варила в кожуре, но я ее уже почистила. Здесь у меня 535 грамм. Я не знаю, вот может мне и меньше надо, но что-то вот как-то красиво легло на тарелку. Я и решила, пускай будет 535. Сейчас я нарежу все ингредиенты, а потом мы с вами похитрим с заправкой. Салат мы размешали, горошек я добавлю после того, как уже добавлю заправку. Давайте по заправке разберемся. Если взять обычный майонез, то сколько там калорий? Что-то там около 600, да, если я не ошибаюсь. Давайте возьмем легкий майонез, в нем 210 килокалорий, у меня был Кальве. Я взяла его 60 грамм, и вы, конечно, скажете, Ксюша, это невероятно мало для такого объема. И вот тут вход идет, значит, мой рояль в кустах. Это Савушкин продукт, это не реклама вообще, давайте вот так, не скажу вам, что это за творожок. Это жидкий творог, который, поняли, такой, не зерна, вот он прям жиденький. И здесь калорийность 44, я возьму ровно половину этой банки, это тоже получится 60 грамм. Добавляю заправку и смотрю, что получится. Итак, общий вес этого тазика, это прям реально тазик оливье, получился 1,804 кг. То есть 1 килограмм 804 грамма.
И калорий здесь всего 868. Соответственно, в одном грамме вот этого оливье получается 0,48 килокалорий в 100 грамм 48 килокалорий. В итоге цель достигнута, это получается вкусно тем, кому ну прям очень тяжело без желтков, но, честно говоря, на вкус никак не влияет. Но если вдруг кому-то очень тяжело, вы берете, посыпаете сверху, добавляете оставшиеся желточки, и получается очень вкусно. Конечно, я рекомендую вам брать больше мяса, меньше картошки, будет еще круче. Но смотрите сами, у меня сегодня получилось так, хотя картошки можно было брать и поменьше. Спасибо всем за внимание, я желаю вам не набрать лишнего за новогодние праздники, потому что Новый год это прежде всего ощущение праздника, ожидание волшебства и магии, а не обжираловка. Я очень сильно вас всех люблю. Желаю вам красоты, стройности и силы воли. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Очень сильно вас люблю и пока.